120 новых чугунных фонарей украсили бульварную зону по проспекту имени Жукова. А еще специалисты установили 110 камер видеонаблюдения и более 30 урн. Расскажем, как проходит благоустройство общественного пространства. Почти 9 миллиардов рублей было инвестировано в волгоградскую промышленность всего за 3 месяца. На что пошли средства? Сухой закон в Волгоградской области будет действовать 25 и 27 июня. Купить алкоголь в розницу не получится. Все подробности читайте на нашем сайте. Пушкинской картой предлагают пользоваться и неработающим пенсионерам. Главная цель – помочь пожилым людям сохранять социальную активность как можно дольше. Новый бассейн готовят к открытию в Центральном парке культуры и отдыха. Он сможет вместить порядка 200 человек. А также, как волгоградцы будут отдыхать в 2023 году, чем кузнечик отличается от саранчи и почему Камышинский арбузный фестиваль в этом году пройдет без арбузного парада. Все это и не только читайте на сайте mtv.online.